На встрече с кинорежиссерами, занявшие призовые места в международных конкурсах, также принял участие министр культуры, информации и туризма Кыргызской республики. Он им подарил роман «Ант», автором которого является сам Нуджигит Кадырбеков. И благодаря вот этим людям мы превращаемся постепенно вот в культурную державу, в державу кинофильмов. И, конечно, финансирование со стороны государства это минимально, но тем не менее наши режиссеры, они добиваются таких успехов за счет энтузиазма, за счет творческого подхода и пожертвования. Да? И мы очень гордимся, и перед, ну, как бы в начале Нового года это является очень позитивным посылом, сообщением, и мы будем работать в этом направлении. На кинофестивале с участием более 100 стран в турецком городе Анкара Убайдулла Аджибаев получил главный приз за документальный фильм «Учитель». Если говорить в целом о документальном фильме, это непросто. Нужно сначала найти героя, найти с ним общий язык, проживать его дни, незаметно участвовать в его жизни. Нюансов огромное количество, но наши труды дали свои плоды. А на 18-м международном кинофестивале в Дакаде полнометражный художественный фильм «Акыркыгөч Бакытамукула Идасана Джапарулу» получили номинацию «Лучший фильм». Такого же успеха добился фильм «Шамбала» народного артиста Кыргызской республики Артыка Суюндукова, удостоенный звания лучшего режиссера на 28-м международном кинофестивале в Калькутте. Фильм называется «Мурас». 3 года участвую на разных фестивалях. Фильм показывали более 20 странах. Если говорить о фильме, то он про нашу национальную игру «Кокбэру». В течение почти 2 лет фильмы, снятые специально для фестиваля, не выходили на лицезрение общественности. Таковы условия организаторов. Но все же эти конкурсы могут стать стимулом для молодых режиссеров и творческих личностей. Рахат Батырбекова, Бека Мурадилов, СТВ.